Наталья Комарова сегодня работает во Франции. В Страсбурге проходит заседание Конгресса местных властей Совета Европы. Форум продлится до 4 апреля. Добавлю, международная организация следит за соблюдением прав человека, способствует сотрудничеству между странами в области демократического развития и культурного взаимодействия. В ней представлены местные и региональные власти из 47 стран. Наталья Комарова примет участие в заседании Палаты регионов, где обсудят открытое правительство.